Так, на реке Цильма уже превышен уровень неблагоприятной отметки. Как сообщает МЧС по Коми, в ходе обхода территории установлено, что подтопило 10 приусадебных участков в поселке Филиппово Усть-Цилимского района. В домах на этих территориях проживают 22 человека. При этом сельчане от отселения отказываются. Тем не менее, пункт временного размещения граждан на базе администрации сельского поселения подготовлен. Уровень воды на реке Вычегда по гидропосту Усть-Нем также находится выше уровня неблагоприятной отметки. Поселки Югыдьяк и Смолянка Усть-Куломского района остаются подтопленными 34 приусадебных участка. В этих домах постоянно проживают 90 человек. И жильцы также категорически против временного отселения. Сейчас мы ожидаем ледоход на реке Уса и сход снежного покрова. Там держим на контроле вот данные районы. Это Воркута, Инта, Усинск. Все, что ниже по Печоре идет от Усинского района. Печора у нас практически уже на границе НАО развивается, голова ледохода. То есть вся Печора очистилась на территории республики от льда. Наблюдается там ледоход еще. Каковы масштабы половодья на реке Ижма, к примеру, можно увидеть на кадрах, которые в эти дни сняли местные жители. Так большая вода полностью отрезала дорогу между Заречьем и райцентром. Теперь, по словам сельчан, люди ездят на лодках напрямую с Ижмы до села Мохча. В Троицко-Печорске тоже дивятся большой воде. Сейчас она пошла на спад, а несколько дней назад закрывала сараи на вершине холмов.